На столе разноцветные ленточки, а рядом друзья. Аркадий Лощенков учится плести фенечку. Этот браслет – символ дружбы и любви. Мальчик рассказывает, фенечку подарит маме. Интерактивную программу «Город мастеров» посвятили теме различных русских ремесел. Юные гости библиотеки вспоминали сказки про мастеров на Руси. Также поговорили о книжных друзьях. Ребята вообще очень любят делать что-то своими руками. И вот сегодня они изготовят браслет, фенечку, который раньше у древних славян считался оберегом от злых духов различных. У древних индейцев он считался символом дружбы. Так как раньше фенечка называлась у нас браслетом дружбы, то, естественно, мы вспомним еще не только про то, какие раньше существовали профессии в России, но и про то, что такое дружба, и научимся делать друг другу приятное. Мне интересно. Библиотека имени Крупской – площадка, которая летом пользуется популярностью у детей и родителей. Юные гости часто приходят на мероприятия или просто почитать книги. Полина Чулюкова, Николай Сидоров. События.